Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и приветствую всех на своей странице, либо на своем канале, я не знаю, где вы смотрите это видео. Возможно, вы смотрите это видео у моих партнеров на их страницах. Итак, это краткий обзор тех проектов, в которых мы сейчас участвуем. То есть мы раньше выбирали один единственный проект, ввели его. Теперь мы знаем, что можно вести несколько проектов. И чем хорош сетевой, тем, что здесь можно начать с минимальных сумм. Итак, первый проект, который мы ведем, это «Миллионер». Запустился он достаточно давно, но он до сих пор работает и до сих пор актуален. То есть запустился он в июне 2018 года. Чем хорош? Тем, что здесь вход от 50 рублей. Есть здесь тренар, есть бинар. В любую систему можете заходить и в любой системе начинать работать. То есть сразу рекомендую заходить на все площадки. Кто зайдет, посмотрит, здесь 8 площадок, все 8 площадок у меня активированы. Почему я так делаю? Потому что я не знаю, на какую из площадок может зайти мой будущий партнер, с учетом того, что ссылки вы можете найти под этим видео. Итак, первый проект – это «Миллионер», и здесь можно заработать, и начинать здесь можно с 50 рублей. Второй проект, он аналогично, здесь чуть-чуть другой маркетинг, и также здесь мы вошли на все площадки, вы можете посмотреть, здесь есть очень интересное направление — шахматы, и здесь за шахматы 100, шахматы 200, мульти — это направление именно матричное, мульти 250, мульти 500 и мульти 1000. То есть можете выбирать любое направление. Единственное, в шахматах вы в любом случае должны пригласить 2 человека. Начиная с мульти, здесь действуют переливы от вышестоящего спонсора. То есть здесь можно еще на активности спонсора заработать. Третий проект — это «Апельсин». И здесь то же самое. Здесь вы видите, что есть площадки за 120 рублей, за 280, за 1450. Также на этих площадках мы зарегистрированы. Также площадки эти три активированы. И вы видите, что здесь сумма такая стоит — 10 460 рублей. Если кто-то не верит, что здесь столько можно заработать, вот при вас перезагружая страницу, несколько раз могу перезагрузить, сумма не меняется. То есть сумма — это 10 460 рублей, она сразу поступает на кошелек. Кстати, здесь и здесь это все сразу поступает вам, к вам на Payeer кошелек. То есть здесь не нужно заказывать выплаты, деньги сразу идут на кошелек.